Эко. Друзья, привет! С вами Фавионыч. У нас сегодня потеплело. И сегодня тема будет для разговора. Продукт номер два для фотографа. Прямо сейчас напишите комментарии перед тем, как начнется видео. А потом мы посмотрим с вами, что, по вашему мнению, является продуктом номер два для фотографа. Без чего он не может быть фотографом. Ну, первое, я думаю, что вы догадались, что это инструмент основной для фотографа. А второй? Кстати, подсказку на этот продукт, товар, я практически во всех видео всегда делал. Много лет назад я купил вот этот мешок в Финляндии. Для того, чтобы не покупать полиэтиленовые пакеты. Но тогда это в Финляндии было сильно распространено. В России практически не было еще распространено. Но я уже тогда относился к многоразовым вещам должным образом всю жизнь практически. Поэтому одноразовые вещи для меня очень такие специфичные в плане экологии. Поэтому эко. Один фотограф говорил о том, что это плащ или зонтик. Может, такой? Это Ю-900. А, Ю-900. Ой, Ю-90. Ю-90. Да. Слушайте, легкий зонт 120 сантиметров. То есть, мне даже не помещается в камеру огроменных размеров. Нет, друзья, кто-то считает, что это документы или книги, какая-то литература для того, чтобы понимать, что делать. Но нормативные документы в нынешней ситуации уже... Да, друзья, если вы смотрели фильмы про войну или про какие-то катаклизмы, то вы знаете, что если человек первое, что он ищет после специальных инструментов, после оружия, это обувь. И точно так же во время Великой Отечественной войны и в гражданскую войну, да и во все практические катаклизмы, первая необходимая вещь после оружия – это обувь. И для фотографа это номер один после камеры, а для любого. Я уже рассказывал, друзья, что первое мое знакомство с продукцией Эко были в 90-х годах, когда еще магазинов не было. Но в специализированных магазинах можно было увидеть эту марку. И у меня были такие кеды, которые до сих пор они выпускаются в модифицированном виде. Ну, много лет они уже. Которые я сносил до такой степени, что все, уже подошвы практически не было, тонкая. Но ничего не порвалось. И в результате, ну а потом, это, конечно, в первую очередь, специальные босоножки трек для трекинга, которые я использовал. Я уже показывал вам, что я в прошлом году купил еще одну пару. Байвей, который сейчас на мне. Тред Байвей. Это на основе, кстати, кед сделаны, кроссов. Зимняя обувь высокая. Такие же есть низкие. Ну и вот сегодня в моем Адидасе, в отсеке для обуви, появился... Наконец-таки образец кроссовок от Эко. Серия называется MX. Раз, два, три, друзья. Поближе рассмотрим Эко кроссовки и поговорим о том, что же все-таки, почему я выбрал их. Ну, во-первых, это вес, легкость. Во-вторых, две технологии, которые здесь есть. Сетки вы видите. Это технология мембраны, которая находится между верхней вот этой сеткой и внутренней подкладкой. Технология называется Гортекс. Гортекс – известная компания, которая выпускает эту ткань мембранную на основе тефлона много лет и использует в разных источниках. Сразу могу сказать, что огромное количество всякой пали в интернете. Поэтому для того, чтобы не купить такую паль, нужно найти какие-то определенные параметры, по которым вы сможете определить оригинальный. Ну, во-первых, взяв в руки оригинальный, вы сразу поймете, что это оригинал. Плюс сложная технология подошвы, технология Fluid Form, которая здесь присутствует, также название здесь есть ее. Это технология, при котором сама подошва отливается вместе с материалом, соответственно, эта обувь полностью герметичная. Люверсы очень плотно прошитые, удобно все надевается. Внутри, если вытащить стельку, которая принимает форму ваших уже конкретно пальцев и ног, вы можете обнаружить, что абсолютно никаких гвоздей, ничего нет. Абсолютно все гладкое, и эти кроссовки можно носить практически без стельки, если вы хотите их использовать таким образом. Или поменять стельку.
Значит, что же такое в MX, да, что интересно? Во-первых, это такая траковая подошва, которая для моих условий передвижения очень полезна. Вы знаете, что я люблю ребристую подошву при ходьбе по пересеченной местности. Плюс, что еще интересно, сам пошив, он рассчитан на широкую. У меня широкая нога, поэтому MX подходит для тех людей, у которых широкая нога. Что касается подъема, у меня тоже высокий подъем, но здесь все достаточно хорошо сделано, поэтому даже если у вас высокий подъем, вы сможете настроить. В комплекте идет вот такая вот гортексовская напоминалка, на которой есть нанесен штрих-код, и вы можете, отсканировав его, посмотреть на сайте или забить в самом поиске Gore-Tex и найдете, что это такое. Но вкратце здесь указано, что это защита от воды и вариант, который позволяет проветриваться и дышать обувью. Итак, друзья, вот эта модель MXM. Внимательно, фотография достаточно точно определяет именно, как выглядит оригинальный эко. Вы можете внимательно рассмотреть с разных сторон. Поэтому здесь, в этом плане, полная информация есть, чтобы не ошибиться с выбором. Ну и, соответственно, таблица размеров есть справа-слева. И варианты расцветок. Я, честно говоря, выбрал черный, потому что мне черный подходит больше. Тем более, что я знаю, что белая подошва со временем, ну, как бы, становится не белой. Поэтому также есть женская модель, о которой я говорил. Есть точно такая же модель, которая для женщин. Она тоже бывает в черном варианте и встречается еще в другой цвета. Хотя на сайте здесь указано только черное. Значит, что же касается технологий, да? Ну, мембрана Gore-Tex, вы можете сами прочитать это, но я прочитаю за вас. Специальный водонепроницаемый материал, который располагается между подкладкой и верхом обуви. Мембрана не только не допускает проникновения воды, но и позволяет влаге испаряться через нее, благодаря чему у вас будет оставаться ощущение сухости и комфорта даже в периоды сильных нагрузок. Друзья, вы знаете, что я провалился в лахте. У меня тоже кроссовки с мембраной, и я великолепно потом вышел на минусовой температуре, все у меня испарилось, и я шел потом домой в сухих. Ну и Fluid Form, технология, о которой я рассказывал, это технология надежного крепления подошвы методом вулканизации, без применения клея и швов. Такой стык абсолютно герметичен и не пропускает воду. Подробно вы можете о всем этом прочитать на сайте официальном с ЭКО, да? Ну и если кому-то интересно, вы можете посмотреть также в Википедии про Gore-Tex, да, здесь тоже указано, что это такое. Здесь нарисовано как раз, как это все устроено, композитные материалы, почему используется тефлон, фторопласт, да, какое количество давления выдерживает это, что. Ну и вся технология, когда это было все изобретено. Также вы можете на сайте Gore-Tex посмотреть, что, как стирать, есть статьи специальные, как стирать, для чего это вообще предназначено. Ну и посмотреть историю компании Gore-Tex и посмотреть, где они применяются. Применяются не только в обуви, в ткани это применяется в разных, и в одежде, и в рюкзаках. То есть вы ее можете повсеместно встретить. Также вы можете здесь посмотреть две основных линейки, которые вот Gore-Tex Infinium и Gore-Tex классический, где это используется. Есть информация по продуктам, есть информация по фирмам, где они используются, да, список, и посмотреть модели, где используется такая технология. Здесь выборочно показано, ну вот, например, мы видим здесь не только это, здесь и Adidas есть, T-Rex, который у меня был. Ну и также можно найти Эко. В списке он есть, здесь достаточно большой список, поэтому все это внимательно можете изучить, кому интересно. Есть робот, поэтому можно все. Люди пишут отзывы, замеряют. Надеюсь, это видео вам понравится, друзья. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Есть ли у вас опыт использования обуви ЭКО? У меня он такой есть. И до новых встреч, друзья, увидимся.